Всем привет! Мы снимаем влог. Мы едем сейчас в магазин одежды кабанчиком. Демид будет маму одевать. Он будет пальчиком показывать, что маме надо надеть, и мама будет это одевать. Это Алина! Это футболка! Да, интересно, откуда же эта футболка? Действительно, откуда же она? Ладно, говорит, ну и хорошо. А вот Ника. Да, я сегодня ваш оператор. Да, ты оператор. Это вот прямо из сторис из тех. Из телефона Демид настоящий приехал. Представляете, настоящий Демидик у нас в гостях. Окей, ну что, пойдемте сниматься? Ура, идем на шоу. Радуга, мама, радуга. Ой, класс. Вот, кстати, реально радуга. Смотри. С радугой нету. Это же ладуга, не настоящая! Понимаете, ну и не блогер я. Ну не блогер я. А в Инстаграме нормальный блогер. Сторисы отличные, посты замечательные, информативные. Ну это же все для кабанчика, поняла? Я просто для кабанчика у меня по одному. А вот для своего я как-то не могу еще быть. И ты будешь сейчас выбирать для мамы что? Одежду, да, красивую, в которой она будет ходить летом. Да? Сейчас покажешь нам. А еще у нас есть детские футболочки и еще кое-что детское мы на тебя наденем и тоже покажем. Хорошо, ты будешь нашей моделью. Договорились? Черная? Черная, красивая. А какой есть, какие есть еще цвета? Еще ж, по-моему, белая, да? Все, я молчу, все. Ты же меня одеваешь. Я хочу, чтобы мама... Дайте тебе на это. Это на это. Ты еще что предлагаешь маме? Вот эту футболочку? Да. Давай развернем ее. Это новая коллекция как раз. И цвет красивый, и надпись. Смотри, какая прекрасная. Люби меня сильно, нежно. Love me tender. Знаешь английский? Нет. Ну вот учи. Мама of dragons. Дема. А я похожа на маму дракона? Стой, еще раз. Я похожа, да? Да. Я похожа на мать дракона. Маленькие драгонята мои. Вот это. Красивое платье в горошек. Очень приятное на ощупь. И цвет вроде похож. А почему тебе оно понравилось? Мне нравится. Тебе нравится материал, да? Мужчины знают. Знают, 100%. Потому что это платье действительно очень любят мужчины. Поэтому мы тоже его берем. Маленький мужчинка. Да, когда девушка идет в таком платье, но от нее просто невозможно оторвать взгляд. А я хочу эту майку. А смотри, она похожа, похожа на твое платье. Оно, правда, не кабанчиком у тебя, но очень похоже. Майка, считаешь, маме такая нужна еще? Ну давай майку. Давай майку тогда и внизу давай какие-то джинсы ей еще выберем. Давай. Не надо, мне помогает. Хорошо, не помогаю. Разворачивай. Давай. Смотри, какой красивый комплект. А, ну давай, подложим. Супер, вот это ты идеально подобрал. Так, да? Тебе нравится, например? Вот такие, да, ты мне выбрал? Какой ты молодец, я как раз беленький хотела. Мальчик, он знает мамин вкус. Полосатую футболку, да? Все, возьмем. Потому что это будет как такая, как зебра. Дема, а что, зебра. Дема, а что тебе нравится больше? Полосатая футболка или полосатое платье? Полосатая футболка. Все, футболку берем, значит, с белыми джинсами тоже померяем. Кабанчиком это. Это кабанчиком? Да. Кабанчиком. Смотри, какой купальник. Нет, я хочу это. Мне понравилось еще одно платье. Какое, покажи. Вот это. Это какой цвет? Это желтый. Желтый, лимонный такой, да, сейчас очень популярный. Ты молодец, что я его выбрал, потому что действительно хит сезона. Так, берем. Спасибо, девушка. То я выбиваю, что может быть, ты такое? И выбиваешь. Хорошо. Длинное. Длинное, не длинное, да? Дема, а давай маме вот такое длинное платье покажешь? Может, я сам? Давай сам. Покажи. Давай сам покажи. Давай. Какое еще? Ой, это. Вот это? А ну давай посмотрим. Вот это смотреть. Да. Платье из льна. Это тоже новая коллекция. Вот такое, да, померяем? Ну супер. Платье. Да. Может, буши пусим для тебя? Для меня? Чумочек, иди сюда, я тебя поцелую. Для мамы выбрал бусы. Да? Ты хочешь, чтобы мама была красивая, да? Красивая. Буду, я не буду. Демушка. А у нас есть футболочка, не хочу, не буду. Вот это
это для Демида. А еще там есть... Принц на белом коне уже был, теперь не хочу, не буду. Футболка бабушка постирает. Выбери себе футболочку, какая тебе нравится. Это такая же, как у тебя, да. Смотрите, какие классные надписи. Вот эту хочу. Тебе нравится желтая? Что там написано? Давай посмотрим. Хочется? Бери, хочется. Мама тебе так говорит? Это маленькая сиська. Ничего, мы найдем большую. Здесь написано «Ура», а здесь написано «В смысле», а здесь написано «Бабушка постирает», а здесь «Хочу на море». Здесь «Хороший мальчик». «Хороший мальчик». «Почему покачину?» Мама так говорит. Здесь «Не буду...» «Не буди во мне зверя». Понял? То есть они есть с разными надписями. Кабанчиком. А это кабанчиком. Да. Это говорит то, что ты хрюшка. В принципе... Я не хрюшка. Нет? Красота. Тебе идет? Мне тоже нравится. Такое легкое вообще, прям очень. И хорошо, видите, для беременных, если вдруг. Угу. И материал лен. Ну, это же лен, да. Хорошо. Очень классно. И есть разные цвета, можно выбрать. Ну, да, и под кроссовки, и под эти да, и туфли, и под лодочки, под шлепанцы тоже под цвета. Ой, красиво! Тут тоже кто-то. Супер. Мне нравится. Смотри, да. Не ту сторону. Рвается. Вот тут, да. Покажи. Вот тут. Ты шорты будешь примерять, да? Да. Ну давай. Мама! Что, Дёма? Миленькая. Да, и цвет классный, и очень тоже легкая, слегка светится. Ну, леди наряд, а конечно. А мне спасибо, не дай. И что тебе забыл, спасибо. Да? Жопа. Вот, можно как с бельем, я веду сверху, так и без, в принципе. Ну, это как бы... Без белья сверху, это для смены. Опять же, есть разные цвета. Мне нравится, красивенькое. Такое летнее, легенькое. Да, такая натяжённая майка. И тут танцевала. Очень классно. Давай же тебя оденем футболку. Иди. Сейчас на Демушку оденем футболочку. Это ходит голый ребенок. Ходит голый ребенок. Как, знаете, вот это вот тети какие-то не дали ребенку ни одной футболки. Скажи, предлагали, и вот туда не дали. А я есть большая, не хочу, не буду. Ты себе? Да. Я сам. Вот этот возраст. Я сам. Я все сам. Не трогай, не говори. Ух тышка. Я выбрал. Ты выбрал, да? Ты молодец. Красоту такую выбрал, да? Слушай, я тоже себе такую хочу. У тебя много платьев. Ты снимаешь их с меня. Такая прям милая. Скажи, вообще. Платье – это хит, который мы не успеваем дошивать. Да? Самый-самый сильный хит вообще из всех в этом. Материал очень классный. Да, скажи вообще. Приятно. И оно не мнется, Аня, вообще не мнется. Вот это вот, наверное, для мам особенно, знаешь, это просто. Когда ты не успеваешь себя одеть, я тут одел платье. Красиво. Так, смотрите, какая крутая футболка. Хочется, перехочется. Так сказала мама. Вы так своим детям хотите говорите? Я хочу так не говорить, но иногда говорю. Потому что мне так говорила моя мама. А ты не волнуйся. А как так можно? А ну, мам, давай двигай чуть-чуть сюда. Нормально, двигай чуть-чуть сюда. Я просто с пролечком. Слушай, ничего, что вас не смущает, что вы думаете? Есть. Поэтому я люблю на пролечке. Хороший мальчик. Хочу на море. Есть. Все. Стильненько. А еще можно его без пояса и вот так надо. Да, на одно плечо и без пояса. Но у мамы, в принципе, если без пояса, то можно одеть пояса. Но маме они, конечно... Немножко не идут. Не в этом плане, что не идут, идут бусы совсем. Просто тогда надо переобуться, тогда надо снять кроссовки и, например, надеть... Спалил контору Дёма. У нас папа приехал за Дёмой. Какой кроличек. Смотрите, какой лапочка. А вот без пояса. Слушай, хорошо. Оно и так хорошо. Зато когда с поясом как один наряд, когда без пояса как другой наряд. Поэтому
Хороший вариант. Бусы, каблуки. Какая красота. Вау, а ну прокрутись еще разочек. Вот это прям шик. Знаешь, такое прям вечернее красивое платье. Хотя, в принципе, если одеть кожаную куртку и кроссовки, то это будет и... Можно и потухли одеть кожаную куртку. Что я сейчас и сделаю. Пуфик. Ну, шик. На самом деле очень классно. Я люблю сочетать такие нежные вещи с такими грубыми, как кожаная куртка и нежный такой материал. Шелк, шифон. Как Марина сказала, без куртки платье для красной дорожки, с курткой можно идти в ресторан. Покажу в стиле. Поэтому прислушивайтесь. Такая маечка с джинсиками, белыми скини. Так попу облегает. Прям мне кажется, что форму даже мне попе изменили в лучшую сторону. Вот. Это джинсы по лекалам просто идеально. Тебе в них просто... Ну, я просто вот смотрю, вот попа прям как аж подтянулась просто. Такая вся. Классно. Прям попа. Очень нравится. Ну, прям хочется гладить свою задницу. И посадка классная. Даже если вы оденете вот такой вот, знаете, сейчас делают, ну, топики вот эти вот. И вообще очень классно. Хороший пояс такой, ну, чтобы он был с акцентом. И все, вы красотка. Так что... Шик. Джинсы вообще отличные. Джинсы эти же. Сейчас буду менять футболки. Эту футболку выбрал Демид. У меня сразу ассоциация с морем. С Одессой, например. И класс. Все. Да, она такая прям стильненькая, хорошенькая. Обувь можно менять разную, а вот... У тебя это видео даже, знаешь, такое, типа, хорошие варианты, как наряды на лето. Что одевать летом или так все такое. Так и назову. Почему? 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 Вот слов даже нет. Вот дайте кофе, тебе очень идет. Ну вот, тоже можешь сказать, что она подростковая. Не знаю, тебе не идут эти сердечки, тебе идет дайте кофе. Дайте кофе, мать драконов. Да, 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 да. Вот, кстати, давай примерим мать драконов. Вот реально. Mother of Dragons. Мама of Dragons. Класс. Слушайте, так мне нравится, вот цвет такой приятный, да, и с белым очень классно смотрится. Цвет реально очень крутой. На камере он не такой насыщенный, но уверяю вас, он более насыщенный. О. I just called to say, ну шо ты? Я не то принесла. Марина так решила, ну как бы. Ну это мать дракона. Какая ж ты мать дракона, на тебе. Там написано, типа, я просто позвонила сказать, ну шо ты? Ну, как бы, Марин, ты прям взяла и выдала мою личную жизнь. О, да. Ну что, сейчас примерю вам покажу. Мама of Dragons. Это М-ка, это на меня большой размер, но я одела, чтобы просто вам показать. Мне надо бы сделать мама, которая девушка. Мама, которая девушка. Да, реально. У меня же тоже есть свой значок. Я хочу себе, знаешь, футболку чисто, чтобы кармашек был, а на кармашке мой значок. Слушайте, прикольно. Он тоже заправляете. И красота. Мать драконов, мать драконов. Мама of Dragons. Мама, которая девушка. Уху, какое красивое. Оно реально прям очень. Самое интересное, это я сейчас в кроссовках, а если вы наденете, например, босоножки какие-то классные, и в нем можно как просто гулять где-то по парку, в обуви там, типа, каких-то, ну, на низком ходу, также можно в кроссовках и можно босоножках. О, будет красота, она такая летняя. Легкая, прям легкая, летучая. Воздушная. Вау, вообще потрясающе. Есть еще такое в белом. В белом... Напишите в комментариях, какой бы вы выбрали, белый или
черное сейчас бы Марине сказала. Есть еще такое белое, примерить для сравнения. Вот я сейчас сравню, и вы мне напишите в комментариях, какое лучше, белое или черное, какое бы выбрали вы. И напишите в комментариях, что из нарядов вам больше всего понравилось, чтобы вы купили себе. Класс. Марин, я иду. Дема, он одет. Да, Дема, кстати, выбрал маме все платье. Да, кстати, он выбрал все платья. Мужчина. Да. Смотри, как он классно даже с кедами смотрится, очень, да? Он с кедами реально очень так гармонирует. Где угодно. Я бы на выходку взяла. Да. Я, конечно, тут синяком. Это мы с Демой дурачимся, он даже лупит маму. Будь здоров. Слушай, он прикольный. Привет, да, он, знаешь, такой да, быстренько он... накинул и побежал. Базовый, как у тебя вот есть на флисе, без флиса, да, удобные, casual костюмы. Еще такой же, только летний вариант. Но опять же, камера, она немного съедает насыщенность. Вот эту всю сочность картинки. Очень круто. Правда. Че? В твоих вещах я хочу гладить свою попу. Что это? У меня все сторис уже. Ты туда можешь ко мне выйти? Давай, пока. Они очень здорово просвещаются. Да, в белом просвещается, в черном ты не. Да, в черном не. Ну, получается, что белое — это пляжный вариант больше, а вот в черном вы реально можете пойти даже в заведение, в ресторан, потому что не светится, и черный цвет, он как бы более глубокий. Получится, что одеваете босоножечки, и все. И летите. И летите в ресторан. Я думала, это никакие. Там просто вещи на меня лежат. Ну все, я жду от вас комментариев. Ну-ка. Просекко. Плиз. Можно просто подойти к бару, и они все поймут. Ой, что-то я меня пошатнула немножко. Слушай, ну красиво. А давай теперь еще мятный. Пусть в комментариях напишут, какой лучше. Да, кстати, я сейчас буду примерять два купальника. Вот один красный, один мятный. И вы напишите тоже в комментариях, какой вам больше понравился. И тут этот очень классный. Ну, цвет этот вообще такой потрясающий. Да, тут, ну, блин, я не знаю даже. Ну, на камере этот цвет более передается как голубоватый. Ну, мне этот цвет, наверное... как бы ближе к морю, ну, в плане этот цвет такой. Ну, красный он более такой, знаешь, он... Ну, зато будет видеть весь пляж, где я. Ну, хотя это тоже такой цвет. Поэтому напишите в комментариях, пожалуйста. Давай в Инстаграме устроим вопрос. Давай.